Дорогие мои мама и папа, сейчас мы на побывке в деревне, тут уже начали собирать урожай. Сам я в порядке, не волнуйтесь. Семен Константин Иванович, вам на хранение вверяются государственные ценности. Вы ответственны за сохранность. И что это? Черт тебя знает. Тряпки давай! Че в сарае не оставил? Вам без меня, наверное, непросто. Надеюсь, что война скоро закончится. Погода отличная, тепло и солнечно. С любовью, ваш сын Сергей.